Лучшие студотряды Бобруйска назовут до 15 октября. Итоги подведут в рамках конкурса «Трудовой семестр 2020». Этим летом в молодежных командах региона работали свыше 450 учащихся колледжей. Желающие подавали заявление. Перед заключением трудового договора каждый проходил бесплатную медицинскую комиссию. Затем инструктаж по охране труда. Наниматели уделяли особое внимание соблюдению трудового законодательства. Члены студенческих отрядов наводили лоск в учреждениях образования и здравоохранения, оздоровительных лагерях, лесхозе, промышленных предприятиях, жилищно-эксплуатационных управлениях. Эмоции от работы у молодежи только положительные. По их словам, это отличная возможность приобрести полезные навыки и получить дополнительный доход. Эта работа мне больше будет помогать, когда буду делать ремонт в своей квартире, потому что все, что я приобрел здесь, это очень сильно мне там пригодится.